директор Института политических исследований Сергей Марков. Пашинян уже несколько раз заявлял о том, что он готов к мирному соглашению, но он боится, что если он подпишет мир, просто признав, что Карабах это Азербайджан, без какого-либо отдельного статуса для карабахских армян, то его сместят радикалы. В этих условиях он предлагает предоставить какую-то форму автономии для карабахских армян, но это такая форма, которая будет считаться чуть ли не независимостью. Также премьер Армении хотел бы, чтобы в Карабахе бессрочно размещались какие-нибудь иностранные миротворцы, которые бы ограждали часть Карабаха, все еще контролируемую Арменией, от основной территории Азербайджана. Российские миротворцы, кстати, не хотят оставаться в Карабахе бессрочно, поскольку там у России нет никаких прямых геополитических интересов, и Россия признает, что Карабах это, конечно же, Азербайджан.